память павших в Великой Отечественной войне. С минуты молчания, посвященной скорбной дате 22 июня 1941 года, началась сегодня парламентская сессия. В повестке 35 вопросов. Управившись с утверждением в должности мировых судей, приступили к главному – отчету Минфина об исполнении бюджета за прошлый год. Наиболее объемный по размеру направляемых бюджетных средств – раздел образования. На расходы по этому разделу направлено 45,6, по консолидированному бюджету 72,2 миллиардов рублей. Выделенные средства позволили провести запланированные мероприятия в области образования, выполнить задачи по реализации ключевых образовательных программ. В соответствии с решением президента Республики Татарстан широко осуществлялась грантовая поддержка профессионального роста учителей. Выиграли грант более 700 учителей различных квалификационных категорий, которым представлена ежемесячная надбавка к зарплате от 5 до 10 тысяч рублей. Образование, экономика и здравоохранение – вот три главных кита, на которых базируется вся расходная часть социально ориентированного бюджета республики. В абсолютных цифрах доходы консолидированного бюджета составили 262 миллиарда рублей, расходная часть – 261,5 миллиардов. По традиции, после основного доклада многочисленные вопросы Радику Гайзатуллину от депутатского корпуса. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что быть регионом донором почетно, но невыгодно, что политика Минфина носит дестимулирующий характер для регионов-доноров. Вот с учетом вот таких подходов Министерства финансов, мне хочется понять, вот в сравнении с предыдущими годами, в 2016 году, какова динамика поступления средств с учетом вот такой политики? Софинансирование со стороны республики увеличился. Республика 40%, 60% за счет федерального бюджета. То есть сегодня есть определенные для нас, наверное, отрицательные, то, что мы должны больше вкладывать по тем софинансируемым объектам денежных средств за счет бюджета республики. Соратник Артема Прокофьева по партийной фракции Хафиз Миргалимов тоже взял слово, посетовал с трибуны, что счетная палата Татарстана из года в год предъявляет, по сути, одни и те же замечания по поводу расходования бюджетных средств. Однако к ним прислушиваются недостаточно внимательно. Было выделено много денег на скверы, на парки. Опять нарушение, почти 6 миллионов рублей. Завышены стоимости. Ведь республика выделяет из своего бюджета дотации для этих целей. Неужели местные контрольные органы, соответствующие советы, главы муниципального образования не обращают на это внимания? Кстати, тема начала Великой Отечественной войны в Госсовете сегодня продолжилась открытием специальной выставки фронтовых писем из архивов Государственной архивной службы республики. Самый пристальный интерес экспозиция вызвала у государственного советника Татарстана Ментимера Шаймиева. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».